Салют, меня зовут Диана Арбенина, я всех приветствую и с большим удовольствием присоединяюсь к литературному марафону аэропорта Шереметьево. Пушкин у каждого свой. Поэма Руслана Людмила, пролог, известный всем и каждому. Любимые, мне кажется, в мире, в нашей стране и у всех людей, которые любят русское слово. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там озарея прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасный чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, и бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет-бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Пушкин действительно у каждого свой. И у каждого, мне кажется, он один из самых любимых, самых веселых, самых ироничных поэтов. Любите русское слово.